Ну, что ни говори, папа, это все-таки как бы пост. А вот во власти редко кто. Я, знаете, уважаю Ельцина за то, что он Владимира Владимировича Путина назначил своим преемником. Уже для этого он меня в истории велик. И когда до последнего, как эти наши коммунистические вожди, да, пока в гроб не положат, это не по-человечески. А здесь есть вот воля, причем воля великого человека. Этот человек понимает, что он создан по образу и подобию Божьему. А раз так, то он волен принимать такие великие решения.